Сегодня я, ведьма Хельга, расскажу о магических чернилах. Вот они, магические чернила. Изготавливаем мы их в центре парапсихологии. Магические чернила издревле использовали ведьмы для написания заклинаний, для начертания символов и знаков. Ими пишут заклинания, которые прячут в ведьминых бутылочках и мешочках. Все, что написано этими чернилами, читают духи и боги и обязательно исполняют. Такова сила этих чернил, ведьминых чернил. А ведьмы для того, чтобы их заклинания были особо сильными, и сила их росла день ото дня, писали этими чернилами в своих магических гримуарах. Вот такое брали перо и писали заклинания в своих магических гримуарах. Поэтому, если взять перо, написать заклинание или записочку пожелания, символ или знак этими чернилами и произнести над ними заклинание, дело обречено на успех. Магические чернила универсальны. Они подходят для всех магических действий, для написания любых заклинаний, символов, знаков и также для ведения книги теней. Это ручная работа, изготовили эти чернила мы сами. Но чернила мы можем изготовить и специально для вас, под ваши цели, задачи. А если вам нужны просто универсальные чернила ведьмы, то вот они. Универсальные магические чернила, которые подходят для написания любых символов, любых знаков, любых заклинаний, а также для ведения магического гримуара. Еще раз напомню, что такие чернила используются для того, чтобы заклинания были особо сильными, а желаемое и желаемое исполнялось как можно быстрее. Магические чернила.